ЧП не только в заброшенных зданиях, но и на железной дороге происходят с пугающей регулярностью. В Братском районе под поезд попал 16-летний парень. Спасти его не удалось. Обстоятельства трагедии устанавливают. Но уже сейчас, очевидно, этот год бьет рекорды как по происшествиям с детьми на железной дороге, так и по другого рода ЧП. Актуальные данные прямо сейчас.